Николай Третьяков'ун Адана лицейінде ені замандаш спорт мейданнары біркач ил гейри япылдылар. О заман ачан чок түрлі функциялы спорт комплексы проекты аслая чықты Польшанын фондун ярдымыннан. Бізім лицейде ушаклар северлар спортлан занатланма, гечерленерлар түрлі ярышмалар, турнирлар. Бізім ушаклар кендлеріні юсе курда гестерерлар. Спорт дерсин юридичиси Николай Сариоглана шанадан терби итмек севги спорда ей бирадет. Ерлим кучуктан та ушаклар алшар сайдлар спортлан занатланма, о заман йок шупян евлатлар салыклы бюечкляр. Бу мейданларын япылмасынын хатырынан 6 футбол такымы занатларыны гечерерлар. Оннар Молдова девлетин чемпионатында паялерлар. Сау олуныз дестек ичин, илер ядору да ярдымынызы беклерис. Ниже нашанады башкан Ирина Влах, Польшанын хөкіметі дайма ярдым едерхен барабар автономиянын куветлерінен чалышер. Битке илларын сюресінде бір сыра юнемлі социал проектлері аслая чықты. Ики тарафын чалышмакларын атырыннан. Двигаться вперед, развиваться можно тогда, когда ты умеешь. Илерлеме якшер саде о заман ачан вар ярдым хем даяк. Бу иш илишкілер ярдым етті юритим салық бөлімлеріні илерлетмем. Геледжейміз ічін чалышерз. Инвестировать в образование, инвестировать в здравоохранение, инвестировать в будущее. Молдова девлетінде Польшанын бүйк елчісі Томаш Кобздей бұлшманын сонунда чизгеледіані Гагаузия уйгун бөлге инвестициялара дейіне. Польша хем Гагаузия барабар автономиянын социал-экономика тарафларыны чемрек илерледерлар. Have been supporting the region of Gagauzia and lots of projects related to. Біз Молдовайы проектлерін чекетмесінде дестекледік масус теонларда нереді лав кетті салы кем үретім ічін. Тебу ікі бөлім шындекі заман ең лазымны инсана. Умутланерым ане илярия дору да барабар ішлейджіз. Following projects, and this is something we are going to discuss in a moment with Madam Bashkan more thoroughly. Николай Третьяков Адана лицея артык 50 йыл ниже вар. Шиндеки заман комрадын лицейлерин арасында ең хызлы илерлер. Нышанады лицейн башы Полина Пынтян. Марина Топал, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр.